Так, здравствуйте, товарищи зрители. Это Кристал. И мы начинаем просмотр Fun Cup от Скорпиона. И уже полуфиналы. Так, в полуфинале у нас в одном играет Скорпиончик и Лукман, а во втором Зарс и СПЛ. Скорпиончик прошел Аэро, а Зарс прошел Шишки. А СПЛ прошел меня, Кристалла. Ну что ж, играет в Глан в Чина. Напомню, по правилам турнира брать можно только ванильные нации. И поэтому нужно играть только выбранной ванилой. СПЛ играет в Чиной, Зарс играет в Глан. Я играл в США. В США уже больше... Нет, представлено Лукманом в полуфинале. И в основном Гла. Остальные все играли Гла. Зарс и СПЛ что-то выбирают. Машинки халявные. Ну, понятно, да. Хотя странно, что... об этом вспоминают. Ждем от них начала. Напомню, что турнир довольно-таки короткий получится, так как всего два боя. В финале будет БО3. А победитель пары выделяется особым правилом, новомодным тайм-аут. По таймингу. Это правило состоит в том, что первый бой является определяющим в плане времени. Даже если ты выиграл, то ты все равно проиграл. Образно говоря, поэтому если на будущее такое будет происходить, выбирайте карту покороче и идите в all-in. Даже если это будет новая. Так, что мы видим? Карта Barren Badlands. Вгла. Пурпурная. Зарс. В левом углу. В правом углу. Чина. Зеленая. СПЛ. Обладатель двух кубков на последних турнирах. Не на самом последнем, так как победитель был Рева, но на предпоследнем, и перед ним СПЛ дважды завоевывал золото. Ну что ж, посмотрим. Противник более чем серьезный. Да и сочетание в Чина, в Гла всегда было серьезным. И карта тоже. Посмотрим. Карта отличается тем, что суплаи, два суплая будут выдвинуты. И очень будет, сложно за них зацепиться в Чине. Чин идет два суплая. Гла разбегается рабами. Смотрим. Стандартный билд ордер. Коробочка не закрыта. Очевидно, будет подрыв. Уже два. Второй supply, сейф. Достраивается завод. Трек и дозер идет. Тактика DFS. Только с участием трека. Готов завод. Строится нора. Supply, трек давит успешно. Ну что ж, посмотрим, допустит ли ошибку Зарс, очень частую ошибку с тем, чтобы течь обычно едет по северу и отключает ансейв, а заодно ликвидирует вот такую вот угрозу. Но течь, как всегда, угла поедет на завод и будет гнуть линию. Ну что ж, посмотрим, как это будет. Мин пока нету, норами застраивается, и вот течь. Заминирован суплай, но это, конечно, не поможет заводу, и завод будет под...
Нет, нет, успел, успел, успел починить. Расстраиваются треки. Вот это вот угла особенность, когда чуть-чуть стоит починить завод, тогда не успевает, если одновременно не происходит подрыв. Так, скорее всего, течь будет уничтожена. Зарс старается ее сохранить. Так, тем временем окружает. Стоило бы одного засаживать, а не двоих. Бросил готлой. Обычно ДФС ставит здесь. Почему-то поставил здесь. Отходить надо. Зря окружает норами несчастную вчину. Ну, такова уж судьбинкушка. Охота за суплай треками. Мин нету. Сейчас бы пригодился бы один базучик. Так, уничтожает готла. Ага, мины помогают. Вот сейчас наконец-то мины. Готла справится. Сохраняет он сейф. По-прежнему играет в 3. И вот он выпад. Прямо на завод. Учитывая, что здесь не так уж много. Не выпускает СПЛ технику. 1500. Почему-то не тратит. Дополнительный реактор строит. Верно, надо в безопасном месте строить. Выпуск заканчивается ничем, и снова нора. Здесь север свободен, правильно. Уходит. И, очевидно, перемещается в тот. Контроль карты. СПЛ по-прежнему уверенно старается контролировать. Тем временем игла идет в дворец. Пока первый. Да, был подорван. Не очень контролирует все Зарс. СПЛ гораздо увереннее контролирует. Сейчас нора будет, очевидно, сожжена. Слишком много сил будет на нее направлено. Да, еще все останутся живы. Ну что ж, успешно ликвидируют южную угрозу. Что-то здесь жарковато. Пока подрывы четырьмя подрывниками стоимостью $800 авиазавода, аэродромов за 1000 не имеет экономического смысла. Так, третий суплай. Дворец 70%. Много нор. Угу, и вот он. Оригинальный Зарс идет инфильтратором. А отключать интересно, что он будет. Здесь он никаких шансов не имеет, разве что через горы. Но через горы он не пройдет. Мины, готла. Посмотрим, будем смотреть, что он предложит. Пока успешно. Уводит, сейчас будет огненный шторм. Странно, что Зарс не пытается убить. Мог сразу это дело прекратить. Так, инфильтратор. Шел, мы его потеряли. Ну, здесь у него шансов никаких не было, ничего он не отключил. Угу, спам драконов. Здесь везде мины, что-нибудь. Ничего он здесь не сделает, инфильтратор. Все суплаи под минами, украсть что-нибудь. Отключить только разве что завод, и то идти далеко. Сейчас соберется куча ликсов, и это будет летать под душу Зарзом. Однако, скорее всего, он сейчас будет... Ага, опять подрыв. А, вот она, летающая.
Мощь Китая. Что-то здесь жарковато. Мне надо было бы чуть-чуть по краю. Потеряно больше, чем заработано. И все, но под СПЛ больше нету. Стоило развить пропаганде, чтобы ликсы быстрее лечились. Однако СПЛ обычно редко кто когда делает. Удивляюсь. Хорошо играет Китай, но это никогда не делает. Скоро будет Лотос. И он пойдет по душу захваченных вышек. Точнее, они будут им захвачены. И мы уже слышим девочку. Девочка в работе. Первая вышка дает 1000. 2600. Ага, приближение. Аккуратно, аккуратненько так. Ага, вот это оригинальность. Включаем строящуюся Nuclear Missile. Нет, он включил электростанцию. И пытается подорвать. Ничего у нее не получится, потому что дополнительная электростанция у него везде. Это первое. Отключение ровно идет на минуту. Наследие от Рдаля. А здесь дракон блуждающий успешно. Надо было сжигать все-таки существующие. Странно, что сюда, но... Оригинально, но сейчас это все сработает, потому что из-за тесноты... повредится сильно. И supply будет отключен. Nuclear Missile. Посмотрим, будет ли у нас Nuclear Cannon с Neutron Bomb. Пока СПЛ успешно отодвигает границу существования в глаз, занимая сам территорию. Разве черный напалм, это все. Здесь главный жилец. Слишком часто мы и много видели подобных ситуаций, когда успешно Ликс сейчас все зачистят вместе с драгонами. Надо было добивать, не успел бы продать, но хрупкие постройки в первую очередь нужно продавать. Так, строится Стингер Сайт, но уже отодвинуты границы, правда вот эта нора с занятием зданий может дать шанс. Тетя Лотос идет по флангу. Горит, не сгорит, не сгорит. Так, Nuclear Missile. Денежек 7000. Хватит, товарищ Китай. И 5000 в ГЛА. Отличный сброс. 3 квада, 4 квада, плюс рынок. Чего души желает? ССМ еще тут. Пока в ГЛА неубедительно. Вышел German Kill. Сейчас надо подводить поближе ЕСМ-ку. Ну, хотя Алексей сами справится. Да, лишившись дворца, много не светит ГЛА. На этом фланге зачистят они территорию. Здесь отвоевана вышка, закреплена. Ну, так, относительно закреплена. Лад позволяет спамить не с одного завода, но... Вот второй завод наконец-то, СПЛ понимается. Организовать нужно. Уводить надо. Двоих потерял. Жаль. Но... Зажимает. И вот тетя Лота ждет, когда это здание будет достроено, чтобы его моментально превратить в свое. Фланги голые. Один дракон здесь, в принципе, в состоянии все зачистить, но... Нора все-таки нора. Сейчас будет заблокирован завод минами. Это я уже проходил. Нужно просто отказываться от строительства, быстро выдвигаясь строителя, чтобы почистить. Ликсы не дают житья. Сейчас будет отключен он сейф.
И приток бабла будет прекращен. Хотя, посмотрите, 9 тысяч и куча драконов. Никаких ресурсов здесь больше нет. СПЛ нужно заранее было выдвигать на пам, потому что... Спит, спит. Видимо, пытался управлять драконами. Не отменил постройку. Это уже товарищи ГГ. Слишком зажимает ГЛА. Так, достроим. Даже украл, нет, не украл, занял. Что-то здесь жирковато, здесь жирковато. Вот, что мы и предугадывали. Сразу перезахват. Даже не дадут попользоваться. Не, продает. Эти лоты должна уходить. Была раньше. Так, Ликсы видят норку, но... Но не обращает внимания. Отсутствует у меня гентулны. Что-то здесь жирковато. На оконном режиме ничего поставлю к следующему бою. Странно, обычно гентул. А, то, наверное, при реплее. Не увел. Одни с драконы, ну понятное дело, сейчас ГЛА даже растеряна и не знает, что делать. Посмотрите, какой лес. Раз, два, три, четыре. Издевательство. Конечно, спел ими на убой фактически ведет. И квадам только этого и надо. Потому что Ликсы не отрабатывает фланг. 4 суплая уже. Здесь закончился. Все-таки в 3. Здесь уже в 2 суплая. Свои 2 выкачал. ГЛА еще нет. Применяет известный прикол. Бомбочка напал. Но это уже чисто от... Играет чина по приколу. Сейчас будет сгоняться оттуда. Или убьется. Да, скорее всего убьется, потому что СПЛ даже не делает никаких попыток. Так, здесь, как и мы предугадывали, один дракон успешно это все защищает. Не контролит. Тут еще автоматчик убьет дракона. Тело отрабатывает драконы. Здесь уже оверлорд. Хотя он тоже особо против Кела. Набирает трофейную технику. Сколько узар за 7000. Бедственное положение, однако денег у всех немерено. Но 35 секунд Nuclear Missile. Мигис напалм. При таких-то деньгах СПЛ мог уже и броню сделать. Потеряли миги прицел. Опять потеряли. Будут убиты. И не будет захвачен собственный оверлорд. Сейчас нужно бежать своим рабом. Захватывать его. Будет, кстати, шанс что-то изменить. С оверлордом на 10% улучшается скорострельность квадов. Так что зря не подбежал. Они ничего не сделали этому оверлорду. А вот такое количество квадов не позволил бы. Но сейчас только спохватившись. И Кел бегает. Ну что ж, Nuclear Missile. Это не я, это СПЛ. А, не защищает собственные захваченные. Зачем-то бегает. Ну что ж, смотрим. Странный выбор на норку, зная слабость ядерки против гласных зданий, нужно было ровно вот сюда вот кидать. Это уже издевательство, кража денег. Хотя у Зарза экономика 5004, что-то заказывал. Прежнего сохраняет Кела. Мог аккуратненько идти вдоль вышку. Это уже ГГ, просто уже идет банальное выживание. СПЛ, понятное дело, не торопится. Займет все-таки. Так, здесь успешно вынесено здание. Там, скорее всего, сейчас будет драться
и убьют. Нет, не убьют. Спел контролит. Здесь. Надо было занять это все-таки господствующую высоту. Техника не поддерживает. Здесь улетел. Рабов нету. 10 тысяч СП флата и 3 тысячи. Долетит немножко ковровка. И опять же, не разводят квады. За что и 4 квада поплатилось. Что ж, смотрим. Обращаем внимание, что действует закон тайм-аута. И сейчас, когда СПЛ выиграет... Я буду работать. СПЛ желательно выигрывать в кратчайшие сроки, работать, а не тянуть. СПЛ сейчас станет заложником, ну скажем... Не моей тактики, но моего поведения. И даже выигрыш в этой может ничего не дать. Богатый вышку не перехватывает. Здесь он по-прежнему терроризирует глав. Развита бомба. Мы это видим по особенности строения Ликса. Лишается Плазарс, не сбрасывает его. Здесь уже активно подминает все. Странное поведение. Идем на мины для чего-то. Что один дракон может сделать-то? Вот особенность игры General Zero Hour состоит в том, что если игла захватит юнит, допустим, с напалмом, то он и будет с напалмом. Хотя угла, понятное дело, должен лишаться грейда. И самое оригинальное то, что захват гласной техники лишает грейда. Ну, скажем, на токсины. Перехват мародера или скорпа токсинового лишает владельца на токсины. Но угла такая рация, нация, которые почему-то сделали, что он захватывает существующим грейдом. Касательно, кстати, не только Драгона, это касается пушки Инферно и даже аэродрома с мигами. Ну что ж, здесь уже идет донос зданий. Кучка квадов пытается что-то сделать. ЕСМ танки будут, понятное дело, уничтожены. Ну что ж, остается один барак. Нет, еще supply. Странно, что здесь не орудует этот Ликс. Завтра сможет заказать в третьем ранге перехватчика, скажем. И попытаться захватить. Хотя здесь два с готлами не дадут, но вариант такой существует. Последнее производственное здание сейчас будет. Ну что ж, отодвигает. Здесь уже еще два двигаются. Здесь странно не подается. Миги сидят. Все под контролем. Последнее здание. Зарс. Ну что, сейчас зажмут квадов и никуда они не денутся. Легко разбирают. Понятное дело, 2 против 4. Но легких. Последнее здание. Ну что ж, это ГГ. Зар должен писать ГГ. Правда, это он еще должен был много минут назад. Угу. Все, Зар сдался. С победой СПЛ, победа в чины, тяжелая, натруженная, но заслуженная. Хотя середина игры вполне внятно доказала, что чина никуда. Никуда гла не денет. Что ж, сейчас на секунду гляну. Гентул. Ладно, обойдусь без Гентула. Во второй игре проверим.
А, как же я люблю этот глюк. С выбором. Не хочет. Ну что ж, я готов. Проверим стрим. Стрим идет. Так, уже сыграли Лукман и Скотт. Счет непонятный. По сути, наверное, Скорф выиграл. Надо было ноуэка. Ну, я и говорил, что здесь турнир провоцирует. Но ноуэка, но это же нечестно играть. Ну, очевидно, здесь нет времени честности. Ну что ж, это мое мнение. Я оставляюсь на мнении о том, что правило должно учитывать одинаковость условий. Ну что ж, началась первая игра. Карта Tournament Desert. Гла, пурпур, верхний слот против зеленой овчины, СПЛ против Зарза, турнир Фан Кап от Скорпа. Смотрим, уже недоволен Зарз, лагает ему. Что ему лагает, не знаю. Я не вижу лагов, рабы бегут нормально, это еще в начале игры, когда обычно возможно какие-то подлагивания. СПЛ идет в тактику суплая выдвинутого, будет давить такси. Ну понятно, карта Tournament Desert, я ее из-за это не люблю. Если там в гла взять на такси, мне хорошо играть, скажем, в чина Юса, но никак не в гла чина. Ну что ж, посмотрим, верим в успех СПЛ. Такси, кстати, не задавил, но задавил раба. Что ж, успешно. Завс очень медленно. Так, вторая таксишка. Таксишка не будет задавлена пока. Ну и я смотрю, что СПЛ захочет подавить ценой. Не-не-не, не дадут, не дадут. Побеждает, но это все не то. Все это разговоры для бедных. 600 против 200. Так, таксист здесь ничего не сделает, однако нор выдвинутых нет. Уже хорошо. Пошел танк Драгон. Играем в 3 суплая. Надо здесь барак строить. Закрепляет центр за собой, но пока давка. Пока мне кажется, что СПЛ здесь просто использует опыт, отвлекая. Не успел починить сильно. Будет убить дракон, подбил бронскраб. Сожжен один подрывник. Здесь если течь подскочит, то будет убертечь. Да, и она, очевидно, сейчас подскочит. Нет. Разве что скраб подобрать. Да, убертечь будет, но уже не в третьем ранге. Будет очень сложно. Очень сложно СПЛу. Посмотрим, может на мини где-нибудь потеряет. Откровенно болею за СПЛом, но это в ГЛА. И все шансы есть. Сейчас будет убить дракон. Отвлекает, отвлекает течь. Ну что ж, теперь она уже убер. Бараков нет, центр не закреплен. Это все. Да, и будет сейчас подобран единственный завод. Нет, второй есть. Да, здесь бы мины не помешали. Очень бы не помешали бы сейчас мины. И он бы наехал на них. Дозер, дозер прятать надо. Сейчас намучается, намучается СПЛ. Да, ничего, ничего не сделает он. Денежек 2800. Дозер был потерян в основном.
скапливаются квады. Все. Два остается. Как угадал, непонятно, но угадал. Может быть, решил проехать через этот фланг, не был. Это уже ГГ. И будет короткая ГГ, и Зарс пройдет только потому, что это в ГЛА. Я писал об этом на форуме, что в ГЛА в любой стадии может легко вывалить в Чину, Юсу, а они ее только в тяжелой затяжной. Ну или рисковым рашем. Все, здесь уже ГГ. И попытки затянуть игры ничего не даст. Да, в принципе, нет, сейчас. Убирай, убирай, убирай. Да, потерян сейф. Драконы ничего не сделают. Всего лишь убертечь. На двух треках. Кажется, была ошибка пускать supply трек на давку раба. Во-первых, это не дает большого преимущества. Во-вторых, один террорист минус 600 первый трек. Это очень сильно. Здесь легко разбирает драгона. Здесь вторая сейчас тоже будет убертечу. И все, и уже не страшен Гаттл. Странно, что она еще и уезжает от него. Сейчас будет разбирать. Повышаю скорость. Легко можно справиться с двумя готлами, главное не сразу, а по очереди. Все, СП сдается. И Зарс проходит по тайм-ауту. То же, что и случилось со мной. Но таковы суровые правила турнира. Что ж, СПЛ, ты молодец. Попытался. И за это тебе спасибо. Я болел за тебя. Ты мой герой. Однако я понимаю, что ты и так прыгнул выше крыши, выиграв угла на довольно-таки тяжелой карте Barren Badlands. Ну что ж, легко непринужденно в ГЛА проходит, проиграв один бой, но легко выиграв во втором. Правило таймаутинга дает такое право. Странное правило. В данном случае мы наблюдали два боя. С каким трудом выигрывает Чина в ГЛА, мы все знаем. Как легко побеждает в ГЛА Чину, мы тоже легко знаем. Но правило на стороне ГЛА. Что ж, будем ждать финала. Пока обратимся к нашим организаторам. Позволят ли они нам простримить финал? Напомним, сейчас посмотрим. В финале будет Скорб. Организатор турнира, играющий за Вчину. Ну, у него сеточка была немножко полегче. И в полуфинале он играл с Юзой. Они с ГЛА. Скорее всего, 2-0. Нет, может быть и 1-1. Мы не знаем. Счет мы сейчас увидим. На... Да, по таймаутингу выиграл. Под таймаутинг, как ESPL Zars. Ну что ж, Скорб Зарс. Как сообщить организатору, что готов простримить? Или Лукмана ESPL, или Скорб Зарс? Где они играют? Ничего не сообщают. Скорб, как всегда. Так, организатор Скорб, посмотрим, есть ли он у нас. Ага, у него даже нету ICQ, скайпа. Фактически, согласно нашим правилам, он вообще не должен участвовать на турнирах. Нарушил два правила. Нету контактных данных и не сообщил свою армию перед турниром. Единственное, что его спасло, что он сам организатор турнира, однако он не имеет права принимать, согласно нашим правилам.
Оригинальным, скор по оригинальным. Так, ну что ж. Контактных данных нету, воспользуемся старыми. Так. Где же он лазит? Возможно, что? Куча народу. Сейчас отключается Аську. Там-то он точно есть. Так. Так, сейчас. Блять, как он как всегда скинул что-то. Так, неужели Зарс может быть против? Или он нашел в наших действиях какие-то лаги? Я там. Окей. Знаю, знаю. Ну что ж, мы готовы к финалу. Так. Так. Ну что ж, ну что ж. Стрим идет. Проверю звук. Ну что ж, ну что ж. БО-1. Да лучше БО-1, как бы. Как бы БО-1 не рождает. Никаких споров. Так, вторую игру. В частности, я и СПЛ отыграли так. Для галочки. БО-3 маловато. Ну. Как бы обидно, обидно. Скор получается. Вот СПЛ с трудом выиграл, ему приз нужен за то, что он вообще в чины затащил в ГЛА на карте. А ему приз. Две убертечи. Долго ли он проживет за в чину с двумя убертечами? Повезло, если бы, конечно, там мины, и он наехал бы, но чудес не бывает, и обычно в чина легко проигрывается. Так. Уже, как, кстати, не обидно за себя, уже обидно за СПЛа. За себя уже ладно, сам напорол. Так, готовы. Готовы наши участники. Ну что ж, Северная Америка. Никто не хочет ставить этот сервером, и все думают, что это гол. А, слот не открывает. Что ж за люди такие? Слот. Просьба слота была удовлетворена. Ну что ж, чина в ГЛА. У Зарза опять же есть возможность. А хотя нет, уже нету. Правило БО-3 лишает Зарза на тайм-аут. Хорошо победителя. А, точнее, финалиста. По крайней мере, здесь уже не зависит от тайм-аута. Здесь не будет
Здесь не будет ТД-ш, круто. Конечно, круто набрать две убертечи и воспользоваться двумя такси. Хотя здесь карта еще более жесткая. Но короткое расстояние дает шансы чины на быструю игру. Чтоб шаблоны вычеркнуть, говорит Скорб, дабы тебя быстрее дойти, чтоб ты не смог норки построить. Зачем сразу вычеркивать? Ставь любую карту и гол, проигравший выберет. Ну, он-то и поставил точнее, любую карту. Ну что ж, Зарс, у тебя преимущество, у тебя в голова. Конечно, Скорб что-то темнит, подбирая карту, явно не в чиновскую, но короткую, по дистанции. Ну что ж, эта карта явно не для вчины. Хотя, посмотрим, как будут двое играть. Это финал фан-кап. Это вчина против ГЛА. Зарт говорит, что вторую гоняем на ТД. На ТД будет выбирать проигравшим. Всего, возможно, три боя, напомню. Это при счете 1-1 будет еще один бой. Я лузану, наверное. Ну что ж, Зарс. Кто тебе сказал, что ты будешь лузать? У тебя в ГЛА. Ты уже должен быть немножко в приподнятом состоянии. Победил СПЛ. Играешь в ГЛА против чины. Уже опыта набрался. Тогда как у вчины Скорпа опыт только против Юсы. Ну что ж, давайте. Мы ждем. Это финал. Надо продумать тактику, говорит Зарс. Ну что ж, подумаем. Напомню, карта Вассервернос состоит из двух вышек на севере, одного нефтяного завода на юге, четырех суплаев, два из них посередине, один в городе, другой, так сказать, в нефтяном месте, там, где нефтяной завод. Ну что ж, красный. Чина, привычный цвет. Скорб, нижний спот. ГЛА, фиолетовые. ГЛА, уже пытается разбежаться рабами. Интересно, будет ставку делать Чина? Вышки суплай или суплай не дать врагу вышки? Посмотрим, вышки, напомню, на ЗХ. Захват вышек, сам по себе значимость. События, однако две вышки не заменяют один суплай с двумя треками. Только три вышки заменяют один суплай с двумя треками. Но вышки как таковые более, что ли, неуязвимы к атакам. Хотя перехватываются, их сложнее защищать, чем суплай. Но суплайные треки очень уязвимы, да и стоят денег. Но они быстрее окупают, чем захват двух вышек. За 15 секунд вышки приносят обе 400, за 15 секунд суплай приносит 600. Разница на 1/3, но она есть. Выдвинута на нора. Видит Скорб это дело. Сейчас будет ее обстреливать, и скорее всего первый драгон направится сюда. Здесь. Скорб, очевидно, задумал так, посадить сюда. Ага, нет, драгон будет направлен. Оригинально, ну ладно, отводить. Нет, два суплая будет идти Скорб. Займет раньше, надо. Так, сейчас надо остановить эту техничку. Да, не жить ей. Ну что ж, быстрее. Эх, давай, направляй. Ну что ж, лишится барака. Надо пересаживать срочно. Захват еще не развит, барак был снесен. Скорб 3200, это деньги. Здесь нужно второй завод ставить, дабы защитить свое. Очевидно, захват хочет здесь проверять, нет ли захвата. Так, суплай будет зажжен. Прорвется течь. Уничтожена выдвижная нора. Что делает Зарс, непонятно. Но пока Скорб успешно отражает здесь. До сих пор нет.
Драго находится за течью. Его это дело, конечно. Но надо перебираться. Так. Поврежденное, поврежденное. Задавили, задавили. Кабан. Сейчас будет покачиваться. Нет, не замечает. Ну что ж. Глаз сольется на одном суплае. Странно, что не стал треки. Здесь что-то дракон ждет. Проверяет наличие нор. Ну что ж, это уже ГГ. Согласно захвату карты. Глаз потеряла полностью контроль над картой. Играет в один суплай. Да, пос... Ага. Не даст. Надо строить. Не контролит, надо было развивать облако. Здесь спят. Сейчас должна прокачиваться, но спит. Спит, Зарс, можно было сейчас перевернуть игру, но... Очень опасно катается вблизи суплая. Конечно, в той игре все идет перехват вышек. Аэродром сейчас, если построится, то еще будут проблемы. Странно, что убегает, не чтобы создавать двумя облака. Здание захвачено. 4000 против 3000. Удивительно, что есть. Можно даже дворец построить. Так, Зарс. Зарс. Убивает один дозер, не дает аэропорт. Не контролит, не контролит войско. Так, 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 спит и сейчас, возможно... Да, они сильно повреждены, так что... Пока сделать ничего нельзя. Хм, интересно, если он обеих прокачает до убертечи. Надо в норку и подлечить. Вот рыба то есть. Бьют, скорее всего. Ну, так оно и должно быть. На ходу. Не стоя. Интересно, сейчас... Эх, не видит. Можно было легко замочить. Последнего дозера, а дальше... А дальше играть на уничтожение... Да, сейчас подлечится. Так. Сейчас Зарзу нельзя спать. Нельзя спать. Слишком богатый соперник. Драгона надо первого цеплять. Да, убертечи будут. А так увлечен скрабами, что... Да, и не контролит, не контролит. Сколько денег хватит на заказ рабов. Так, подбираю скраб, теперь этот убертечи. Ну что ж, аэродром должен быть достроен, потому что без аэродрома с убертечами довольно-таки сложно что-то сделать. Вышки здесь не тронет в глаз. Посмотрим. Я буду работать. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Ну что ж, техники дофига. Если это все пойдет большим-большим кулаком, я буду работать. Зарс будет контролить. Нет, Зарс предпочитает немножко поспать. Да, это плачевно. Да, лететь на призыв. Потерян. Ох ты, миги появляются, да. Ну что же, сейчас будет застроен. Драгоны, конечно. Эх. Две черный напалм, это вся толпа.
Все готово. Да. Это ГГ. Только уже на этот раз более очевидно, что он делает. Проверяет. Чтобы не уничтожить. Странное действие. Почему бы не уничтожить? Ведь на соплях, а здесь ракета. Получил бы ранг. Миги, где миги? Ага, были уничтожены. Да, сейчас прокачается. Ну, появившийся. Я нанесу удар по первому, кто пошевелился. Не добивает, не добивает, а мог бы. Ну что ж, считаю, спасти. Сейчас бы аккуратненько сюда прорваться. Эх, мало-мало двигает свои. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Я буду работать. Боится, боится. А там целая империя. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Так. Ну что ж, посмотрим, сколько денег. 1300 против 3800. Ну да, не хватает только здесь еще сплая. Напоминаю всю игру SPL. Все, течь окончила существование. Шанса довольно-таки... Там не довольно-таки, уже мало было даже в середине. Толба была прилично, но... Все решали вот эти вот две убертечи. Надо было, потребовалось от них невероятно прорваться к аэродрому. Сейчас уже туда не прорвется никак. Да и силенки уже не те. Так, Зарс упорно не хочет признавать ГГ. Хотя тут уже правило таймауте уже не работает. И можно... Течь огородами, огородами. Отлично. Скажем так, 1200 она убила. Но слишком дорогой ценой. Зарс, очевидно, не понял. Мог бы аккуратненько здесь, как тогда, здесь проверить. Почему-то не сделал. Мог подрывником это проверить. Странно, неужели Зарс не знает особенности этой карты? Здесь раба не послал. Обычно гла здесь раба и здесь раба. Занимает три ключевых точки. Он же предпочел здесь и здесь. Фактически по центру в городе, где очень легко направить один удар. Здесь суплай вообще был открыт. Тогда как на рабу не дало бы ему существовать. Даже здесь, наверное, не прорвалось бы. Забор мешает здесь пройти, соответственно, было бы через мины. Да и... Все это уже не суть, тянет время, не хочет сдаваться. Ну, играет до конца. А скоп не торопится. Ну, он точное соотношение не знает, тем более у него нету такого, как в главном универсальном средстве, поэтому пытается продвинуться. Ползет Гатла по огородам, видит это Зарс. Все силы направляет почему-то. Хотя всего лишь одна Гатла. Справится. Один на один. Нет, не останавливает Скорб. Гатла, напомним, один на один сильнее, если бой происходит. Но порой бывает... Порой бывают глюки и баги. В частности, Гатла всегда должна быть сильнее, но если кто-то в движении, тот и проигрывает. Может, Гатла подавно. Скорб аккуратненько пытается, аккуратненько. Миги спят. Очень мало, кстати, миги действует. Пытается атаковать, скажем, зенитки Скорб. А надо пройти и сжечь последний суплай. Остановить уже денег не будет. Одиноких 4 танхантера. Скорб 15 тысяч. Уже можно строить пропаганду. Скорб играет
так называемую «Окружи врага». Даже чем-то напоминает меня самого. Правда, я больше в технологии стремлюсь. Здесь пока пропаганды не видно. Хотя странно, имеем кучу денег. Не буду отсветить пропаганду. Назад идет, очевидно. Интересно, зачем ему командный центр? И денег не так уж много. Ну что ж, когда уже Скорб строит пропаганду и всеми смигами ринется, здесь же суплай выкачал. Вот она пропаганда. Вот она, где собака зарыта. За городом. Интересно. Зарцак и будет играть, пока не появится бомбардировщик. Можно еще чуть-чуть передвинуть. Не, не защищает. Идет дракон. Здесь занятый бункер помешает. И снова заделаем. Так, тем временем с двух заводов крепается техника. Готов пропаганда. Сейчас дядя Лотос выйдет. Появятся СМ-ки. А денег осталось 1400, даже 1300 уже. И будет Йокугла. Но это ж Гла. Придет помощь из Аль-Каиды. Миги спят. Странно, что Скорб настолько уже верит в свою победу, что даже Миги даже вот только сейчас получает приказ. Строим Китайскую империю. Что ж. Огородами, огородами. Зарс предлагает часик. Ну, ты всегда можешь сдаться. Как говорят оригинальные парни. Да, успел, успел скидать язву. Тем временем одинокий дракон, одинокий этот вот. Аутпост! Ага. Интересно, огородами пойдет? Да, 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 да. Развел. Мига ждет явно. Временем идет уже Нью Кеннон. Все, даже суплай уже не имеет смысла атаковать. Денег нет. 3700, и это уже финальный бюджет. Дракону, конечно, не жить. Ага. Есть еще, видите, помощь за убитые. Так называемый Cash Bounty. Разбил ракету. Здесь такое, такое уже. Скорб зачем-то еще помогает мигами, хотя... меньше и меньше защитников. Дядя Лотос активно еще и раб по совету дяди Эля бежит в горы партизанец. Вот он, ковровка цепляет своих. А, бей своих, чтоб чужие боялись. Да, строит партизанский лагерь. Еще его видят, конечно. Теперь дядя Лотос. Нью Кеннон. Ну, уже летят, уже летят. Миги летят. Палатка будет сожжена. Ага, их две. Мины зачем-то сбрасывают. Кстати, если на мины наедет, ну, допустим, если сбросит мины на вражеский юнит, он не будет двигаться, он не будет... А, бей своих.
финале нету, верно говорит Скорб. Ну, в принципе, это мы... Ну, конечно, если бы Боу 3, где? Где? Может быть. Наконец-то. Поздравляем Чину, поздравляем Скорба. Вы разбиты. Так сказать, ветеран в Чин вкупе с Гатуза и ДФС показывает Old School и выигрывает. Первый бой. Напомню, это всего лишь первый бой. У Зарза еще минимум, может быть, два. Максимум один. Наоборот, максимум два. Минимум один. Следующую карту выбирает он, так как он проиграл, и он выберет ТД. Это я говорю не потому, что я знаю лично Зарза, а потому, что он условился, что он выберет карту ТД. Потому что обвиняет в шлангости. Уж поверьте, шланг — это вроде бы мое призвание. Ну, ДФС, по крайней мере, так считает. Давно не играл в Сити. Ну что ж, успешно вспомнил. Эти Сити я еще помню в финале турнира СВГ против Чина. Там Сити было гораздо жестче. Зарс, БО3. Правила нужно смотреть. Ну хотя, там так написано. Сразу не понять, на своей шкуре нужно. Ну что ж, понеслась нелегкая карта ТД, на ней Зарс играет весьма неплохо, лучше всего. И Чина, розовая, нижний спот, Скорб, Пурпур, Зарс, Чи, Вгла. Начинаем. Вгла, барак. Реактор у Чины. Я думаю, здесь будет событие развиваться следующим образом. Скорее всего, будет таксишки попытаться занять. Это первое. Ну, такси — это еще и разведывательное. За это я очень карту ТД, когда играет в гла, не очень люблю. Лишние средства на это все тратятся. Вначале каждая копейка на счету. А в гла на шару получает такое великолепное средство разведки, да еще и убийство. Мама не горюй! Ну, главное, что это разведка, потому что остальные расы, кроме США, в обрезанном варианте не имеет этого. Ну что ж, хватит разглагольствовать. Суплай здесь. Дозер идет сюда. Очевидно, будет давить ближнюю машинку, но до второй добежит. Очень опасно играет Скорб. Второй. Да, машинка будет уничтожена. Занимать нужно быстрее. Бежит, кстати, подрывник, и если он сейчас... Ах, Скорб! Рисковый ты парень! Под носом у врага, строить аэрофилд! Лицом к зданиям, не занимай их! Скорб, о чем? Неужели ты думаешь? Хотя, может быть... Удача поклоняется сильным! Посмотрим, пока Зарс будет играть в подрыв. Три подрывника. Четвертый выходит. Наполняется техничка. Все, закончился постройка аэрфилда. Убирать нужно дозер. Идет сюда дракон. Заминировать надо бы. Зная тактику Зарза, я бы уже давно минировал. Угу. Подрывник. Отлично. То, о чем я говорил. Не убрав дозер, да еще и так близко построил. Еще один подрывник остался, и сейчас надо от него убегать. Все зависит, кстати, от этого дракона и от этого его квада. Очень плохо сейчас Скорб затеял это все дело. И мой прогноз уже один в пользу угла. Потому что, ну, что из этого следует? Фланг уже занят. Сейчас, если не будет Зарс вот таким заниматься, то есть все шансы. Второй суплай сейчас построят, остался один. Дозер, нету ликса, нету контроля. Тем временем вот эта вот нора очень может помешать.
Здесь странно не идет. Сколько денег? 1100. Если это навал на овчину, Зар, советую тебе повернуть. Не, ну это, конечно, ты догонишь. Конечно, не будешь управлять. Да, все верно. Один. Занимать, занимать нужно. Здесь она не пройдет далеко. Верно делает Зарс. Разделяться нужно. Здесь еще две норы. Supply. Что странно было. Вот сейчас бы этот гаттл пригодился. Чего не занимаем здание? Одному богу известно. Играем в SimCity с суплаями. Здесь не дадут достроить. Почему? Почему не занять? Вот, наконец-то. Догонит? Нет? Нет, не догонит. Почему не занять этот? И там строит норку. Ну, одному богу известно. Отвлекает, отвлекает. Очень-очень плохо сейчас в чине. Может даже захват идти. Будет уничтожено. Гатла. Сейчас еще скрат подберет. Отлично. Опять он пытается идти в навал. В навал один не идут. Этих товарищей нужно очень-очень сильно беречь. Опять уходит. Занимай здание и под ихним прикрытием строй. А уж... Нет, сейчас потеряет всю эту группу. Да. Ай. Плохо. Ну что ж, будем надеяться, что... Что-то еще есть в закромах Родины. Так, контролирует, контролирует. Не дает убить своего. Там шкатлы не помогает. Вот он готов, Ликс. Подбирать нужно скраб и занимать. Нет, не занимать, пока не занимать. Ну что ж, второй армс-дилер. Третий армс-дилер. На что это похоже, товарищи? 4 суплая. Странно, что еще не захват. А, уже идет захват вышек. Эх, интересно, будет ли там встреча. Далеко он не пройдет. И сейчас Ликс окончательно заблудится. Не, ну он успеет, конечно, забрать палатки. Странно, зачем бежать? Можно было через нору. Сейчас еще и Кавказ заберет палаца. В Зарзу деньги есть, куда девать. Я буду работать. Здесь уже все контролируется. Но почему-то здесь не строят. Я буду работать. Ну что ж. Все. Я нанесу удар по первому пункту пошевелиться. Ходить нам починку нужно. Да, это уже ГГ в пользу. В ГУА. Здесь уже никакие SimCity чини не помогут справиться с SimCity в ГУА. Достаточно аккуратная в плане тактики. Неаккуратно лишь в качестве исполнения, но тактика занятия ключевых точек. Все, Скор понимает это и сдается. Поздравляем Зарза. 1-1. И нас ждет матч-поинт. Как говорит наш великий дядька, матч-поинт у обоих. Но Скор проиграл в первой игре. Ой, во второй игре, и значит выбор карты за ним. Это хоть что-то скрасит существование Скорпа как в чине. Зарже напротив, нужно было выиграть первую. Тогда бы все бы поменялось, и в третьем играл бы на ТД. Ну что ж, ждем третьего боя.
Статистика на ваших экранах. Зарс очень много набрал. А, убил, скорбоч убил, но... Очень рискованная страта. Выдвинутый аэродром. Мне кажется, что убил, похоронил точнее страту на Ликс. И, соответственно, убил. Так, что он не решает? Скорб на правах лузера выбирает карту. Значит, за ним право ставить все сайт мунити. Зарс, как бы он ни был против, придется играть. Карта, если честно, ну, если положить руку на сердце, те, кто играет гла, здесь проиграть не должны никому. Ну, разве что, наверное, аэро. Те, которые умеют играть гла. Те, которые не умеют играть гла, такие как я, могут проиграть на любой карте. Даже десертфуэ. Даже Токсон, даже в Чине. Ну что ж, речь не обо мне. Речь о Зарзе. Нижний слот, фиолетовый. И зеленый скорб. Чина. Фанкап. Финал. Решающий бой. Особенности карты. Три вышки. Нефтяной завод. Расположенный по центру. Чуть-чуть вправее. Ящик. Жизненно важный ящик. Именно вот этот. Дающий 1000. Еще раз обращаю всех внимание. Многие об этом не знают. Идут вышки, но занятие вот этой стратегической точки с поднятием этого ящика дадут вам сразу 1000 плюс 2 ящика, 1200. Плюс, ну, супла явно быстрее купится, чем эти вышки. Итого, здесь занимать порой выгоднее, скажем, для Чины, чем здесь. Здесь можно пустить драгона и все прекратить. Ну что ж, посмотрим, как это будет. Пока. Что мы видим? Гла. 1000 гривен остается, долларов. Сейчас бы неплохо, конечно, это все застроить и захватить. Тогда можно играть в SimCity, и скорпу тоже не поможет особо. Так. Две норки законтролят. Да, главное их правильно расположить. Не стал поджигать. Угу. Поджиг, наверное, будет ориентирован, да. Небесный поджиг. Да, должен видеть это. Правильно делает сейчас Зарс. Не пройдет здесь драгон. Лишает второго. Уже 2/3 того, что победит в гла. Сейчас главное не пропустить это. И убрать. Техничка быстрее, чем Ликс. Главное ее законтролить. Странно, что не убирает ее вообще, не выпускает здесь, а здесь почему-то не выводится один базуль вот в это здание. Ну что ж, понимает скорб, что здесь не пошел он в вышке, но, так сказать, аккумулировал их. Вот так вот, целый Ликс не может справиться. Второй завод зачем-то, нет, первый. Первый был снесен, второй восстанавливает экономику. Ну, если уже на то пошел, высаживай здесь драгоны, запаливай вышки. Очень-очень пассивно играет Зарс, и сейчас очень может поплатиться. Зарс не шел в захват. Как бы 1000 не потеряет. Здесь нельзя давать. Да. Разъезды техничками, вместо того, чтобы подключить supply. Странно это все. Вот. Да, вложился он все-таки в захват и бежит. Странно. Вот эти вот обзор хороший имеет.
бункера. Да, уже половина на половину. И уже смещается преимущество в сторону Вчины. Когда был отключен суплай... Вчина... резус? Ну, если ты уже собрался защищать вышки, то и надо защищать. А не сидеть дома и ждать, когда к тебе прилетит небесный почек. Ты же знаешь, что он летает? Так, ну, по-прежнему не отключает суплай. Таец почему-то зачем-то погнал на мейн. Ну, ладно. Здесь, конечно, ничего не сделает. Контролирует скорб. И, скорее всего, это уже будет ГГ в пользу Чины. Вот человечек желательно захватить эти... Правильно делает, контролит скорб. Вот зачем? Зачем здесь строить уже норку? Стратегические норки важнее здесь. Ну, может, я плохо понимаю, конечно, бла. Может быть, нужно здесь. Ладно, посмотрим. Как говорится, история нас оправдает. Не буду говорить, что именно за этой норки кто-то что-то проиграл, но вдруг. Мне кажется, что сейчас ключевой это центр. Раз вышек нет, захватывай уже, что есть. Опять пассивно играют, и, соответственно, сейчас будет налом на эту единственную норку, не подкрепленную второй норкой. Здесь уже никому ничего не нужно. Здесь норка прекращает свое существование. Только сейчас захватывают. Жаль, вышки бы очень сильно пригодились при начальном наломе. Но теперь он их не захватит. Так, все, зажимает глан. Единственное, что может греть глан, это если сейчас оно пойдет в дворец. Ну и дворец заодно поможет. Здесь немного ресурсов в центре. Так сказать, сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь по 3000. Ну, скажем, второй суплай, да? Здесь суплай. Два суплая против одного, но если углубиться в оборону, вот опять ошибочка. Строим дворец здесь. Почему не здесь? Боимся драгона. Здесь дворец не поможет никакой обороне. А лишь своим присутствием. Скоп летает по карте. О, так сказать, разведка. Но единственный фланг, откуда может быть атака, это отсюда. Кстати, очень непросто перетащить всю свою технику, если будет налом здесь. Странно, что это не делает. Пускай готовы. Да, если бы он пошел сюда всеми квадами, запаливает вышки, но Зарс не стремится их захватывать. Завод, в принципе, здесь. Особо страшного, может быть, и не случится. Может, и правильно делает Зарс, что не идет. Единственное, что сейчас может сыграть SimCity, это то, что если закроют все, главное нужно действовать очень аккуратно. Можно выиграть и в этой ситуации, но уже напалм есть, скорб, как всегда, сейчас будет спадки. Есть вышка. Странно, как она осталась? Вышка даст подспорье. Мы захватили здание. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Да, удар есть, кстати, уже контроль карты есть. Да. Побольше квадов надо. Вот они обходят. А, сейчас будет вышка уничтожена, потому что Зарс опять не увидит.
да. Если хочешь Зарс выжить, обязательно здесь ставь норку. Чини эту вышку, как зерницу ока. Я буду работать. Скорее всего, будет обыкновенный развод, типа я уйду, ты уйдешь. И здесь. Ну что ж, автоматом ремонт очень поможет. Не контролит спор. Потерян будет. Что ж, молодец. Зарс молодец. Вовремя захваченный авторемонт очень много сделал. Да, чини ее и охраняем. Она очень много значит. Миги весь день радует. Да, к сожалению, то они у тебя сидят, то ли не у тебя. Так, SimCity начинается. Ну что ж, уже... уже 50 на 50 и вгла врывается. Как видите, партия меня радует, и я уже сам делаю ставки. Так, сейчас здесь будет все уничтожено. Так, насколько я помню, вгла сбрасываются танки. Многим он не поможет, и здесь, наверное, уничтожит. За вот это здание даю второй ранг. И Хеликсу желательно его было бы уничтожить своим пулеметным огнем. За бомбу ему ничего не дадут. Но... зная Скорпа, он его не будет уничтожать пулеметным огнем. За него ранг... а нет, будет. Молодец. Так, ну что ж, здесь норочку, норочку обязательно. Тут можно скрыть. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Миги летят, четверка мигов. Мигам лучше было сюда ударить. Отключенные клады. Скорпион готов выпустить свою жену. Собственно, аутпост чуть не сжегся. Так, не надо далеко уводить. Надо побольше нор. Так, ну что ж, SimCity в пользу. Пока вгла, вторичная экономика, напомню, вгла лучше. Он освобождает. Здесь нужно... вообще надо было дозера сразу гнать сюда и занимать. Что-то неправильно делает Скорп. Сейчас он строит SimCity на своей базе. Это и ядерку надо было сразу заказывать. Хотя... один грейд за 1000 в этом здании и... этот ядерка никому не нужна уже. Напомню, что грейд позволяет усилить здание. И ядерка уже сносит только для... ну, скажем, ядерка и так по себе. Сейчас можно свободно строить кучу нор. И кучу стингеров. И... да, сейчас еще есть шанс вот этот вот брать. Есть грейд заказанный у Зарза. Здесь ни одного человека не сидит. Бой сейчас происходит на поместье, не дадут стингер построить. Здесь, наверное, последняя ставка будет Скорпа на успех. Бабло заканчивается. Здание уничтожать нечем. Джанкел почему-то не выпускается. Все, четверка мигов полетела, и сейчас вот этому всем достанется куча. Да, 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 очевидно, сейчас и достанется. Предлагаю поджарить их. Не стал, не стал, спор. Не успел почему. Все, ранговые... хват не подвергается. Не подвергся. Так. Ну что ж, пока есть возможность. Предлагаю поджарить их. Пока да, 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 будет сбрасывать. Куда-то увел. Непонятно. Ну что ж, это, как сказать, гла не очень страшно. Отстреливай, отстреливай дальше. Я нанесу удар по первому, кто пошевелится.
Вот к чему приводит незанятость. Ох, сейчас все. Да, вот сейчас вот эти вот два драгона очень много могут. Почему не занят? Сейчас надо. Да, сейчас спел. Очень сейчас сложно. Вот не занятый дворец. И... Сейчас поплатится. Ну, здесь что-то делать. 3000 зарс, там делай. Занимай. Есть. Пока скорб радует. Дели. Опять куда-то идет. Успевает его. Ну да, блокирует завод. Завод восстанавливай. Барак, завод здесь не восстанавливается, хотя 6000. Почему не восстанавливаешь завод? Карта нормальная, Зарс, у тебя все шансы, даже до сих пор есть. Ну что ж, сдается. Скорб выиграл свой же собственный турнир. Поздравляем его. Очень часто, кстати, Скорб организовывает турниры, и очень часто он на них побеждает. Где-то я улавливаю смысл. Может, он правила пишет под себя? Не знаю, но благодаря правилам, кстати, он и прошел один тайм. Так что можно его поздравить. Он выиграл собственный турнир. Поздравляю, Скорб, ты молодец. Ну что, сейчас узнаем, будем ли мы транслировать третье место, или оно уже без нас началось. Так, ничего не сказали. Поздравляю, матч за третье место. Так, ну что ж, сейчас будет много зависеть от того, будем ли мы еще стримить третье место. Или не будем стримить третье место. Пока не я. Ну что ж, посмотрим, что пишут на форуме. Спелка без пароля. Что ж, сколько у нас вообще стримеров? 4 зрителя. Ну, в принципе, многие посмотрят в записи, как обычно любят. Что ж, это не суть важно. Не сворачивать.
Да, это же. Так, ну что ж. Пока ждем, что решится с третьим местом. Судя по невыставленным играм. Трансляция почему-то непонятно, почему-то отсутствует. Ну да ладно. Что, все? 2-0 SPL win. Напомню, что SPL играл с... сейчас я покажу таблицу. SPL играл с Лукманом. Это была Юса против Чины. Ну что ж, поздравляю, две в Чины выиграли два финала. Итого, первое место Скорб, Чина. Второе место в Глазарс. Третье место SPL, Чина. Четвертое место Лукман, Юса. Что ж, Юса слишком плохо сыграла этот турнир. Хотя я надеялся, что в финале будет в ГЛА Юса. В частности, думал, что, возможно, повезет. Но, что поделать. Удивило Шикигами, Зарс 2-0 в пользу Зарза. Интересно, как там сыграл Шикигами. Ну, это был ГЛА Миру. Могу постримить. Так, так, ну что, так сказать, выставочный матч. Победитель третьего места играет с победителем первого места. Ну что ж, стрим продолжается. Мы сейчас увидим суперфинал. Первое против третьего. Два победителя финалов сойдутся между собой. И мы увидим в Чина Миро. Что ж, те, кто хочет видеть все зрелища, будут смотреть. Те, кто не хотят увидеть, все свои могут выключить. Ну что ж, мы ждем. Где там SPL? Правильно, Скоб сейчас оповестит результаты, и мы увидим суперфинал. Что, ждем пока, пока перерывчик небольшой. Между первым и второй перерывчик небольшой. Что у нас ради этого? Есть перерывчик. Пользуюсь правами стримера, пускаю на правах рекламы заставки мода Revolution. Ну, а в целом мы ждем суперфинал Fun Cup от Скорпа на стандартном ЗХ 1.04. Ожидаем. Сейчас Скорп разберется со своими обязанностями.
Ну что ж, нас зовут. Суперфинал. Пройдет на ТД. Просим. ТД как-то порядком надоело. Суперфинал. Надо, кстати, уточнить. Ждем СПЛ. Так, сейчас решим, говорят они. Ну что ж, ждем. Сек, говорит СПЛ. Что же за сек? Сек, сек, сек. Ручкой и блокнотиком. Интересно, это он ни на что намекает. Очевидно, что-то здесь не так и что-то здесь не чисто. Суперстраты. Ну, скажем, все, кто шел в суперстраты здесь на этом турнире, откровенно провалили свои страты, и все закончилось банально. Суперстраты завчинов миром. Ну, скажем, необычно будет пойти в чайно миру, скажем, в два ликса. Против двух заводов и готлов. Ну что ж, первым может быть и драгон будет, и вот пост, но все равно. Смотря, в принципе, какая карта. Напомню, что в одном из турниров Скорп играл на одной карте со мной. Я был стелс, насколько помню. Он был в Чино. Карта была необычная. Кажется, что там бежать далеко до сплая было. Я что-то сплоховал. В итоге прилетевший ликс, а у меня только завод достраивается. Точнее, первая течь выехала. Это был номер. Но это гла против Чино. Здесь Чина в Чина. Так что, хотя есть несимметричные карты, согласен. Очень много зависит от особенностей карты. Если так рассуждать, ну, есть такие карты, которые полностью симметричные. В частности, Tournament Plains. Карта сложная, но полностью симметричная. Ну, а, скажем, Serpent карта, она несимметричная. Скажем, нижний спот имеет больше шансов, даже может сразу пойти в центральный supply и уже заваливать с двух заводов. Ну, посмотрим. Скорт обещает СПЛу, что булкам больно не будет. Что, ждем, СПЛ что-то подсчитывает, очевидно.
Подсчитывает минимальные шансы. Подсчитывает. Может быть, прибыль подсчитывает. Может, у них какая-то договоренность, играет на деньги. А может быть, за суперфинал кто-то отвалит им бабло. Мы этого не знаем. Увидим. Ну, точнее, почувствуем. Гнетущее ожидание. Чем бы развлечь зрителей, пока СПЛ подсчитывает на калькуляторе, видимо, советском, какую страту ему пойти. А время-то идет. Ну что ж, подождем. Подождем. Твою маму подождем. Что-то меня там заваливают. Непонятно чем. Угу. Оригинально. Вот это спутниковая антенна. Всем антеннам антенна. Ну что ж, когда мы родим? Скотну я бы на его месте бы вписал. Третье место, он пошел на Ока, а я в Гатликсе. Ну, он играл в Юсе. Не буду даже повторять то, что мы видим на экране. Ну что ж, понеслась нелегкая. Чиномиро. Нижний спот. СПЛ. Верхний спот. Победитель турнира. Скорб. Играет первое место против третьего места. Полуфинал. О, суперфинал. Играет на ликсах. Интересно, как они... Так сказать, как они... Будут соблюдать это правило. То есть строить только ликсы. Ну что ж, посмотрим. Нас ждет... Air Battle. Ну, ликсом тоже можно одновременно с мигами много чего решить. Ликсы такая вещь на General Zero Hour, они не обладают функцией стрельбы по воздуху. Соответственно, все, что им подставь под себя, они будут атаковать. А тем временем налетевший вражеский ликс спокойно... Так, зачем-то строится скорбом завод. И завод строится аналогично СПЛ. Это люди, которые идут на ликсы. Ну, скажем, СПЛ идет. Точнее, Скорб идет. А СПЛ хитрый. Гоу на ликсах. Сам строит завод. Что ж, выдвинутый суплай. Более, скажем, опасный выбирает стиль. Скорб. Но посмотрим. Скорб очень хорошо контролит. Замечает первый драгон, но не замечает почему-то Скорб. Очевидно, решил сжечь первую палатку. О, вряд ли он сожжет сейчас. Красиво так. Сейчас технику не будет выпускать, СПЛ останется с носом. С
интересно, от чего умер? Так, захват. СПЛ. Вот что он делал. Барак, кстати, успел выдать. Продавать надо было, если ты уже строишь, запомнить. Так, две вышки. 4000. Теперь можно крепать технику. Ну что ж. Сейчас можно пронести с Ликсом и лишить дозеров, конечно. Ох, сейчас отвлечен. Правильно, будет уничтожен. Эх, нужны готлы. Сейчас завод ляжет. И это явно будет победа из Скорпа. Все, это победа Скорпа. Ну что ж, основная ошибка. Не выпуск техники. Захват, а захват. Конечно, денег много сразу получил, но очень плохо, что не выпускал технику. Абсолютно не прикрыты. Реактор не продал. Хотя строил ему замену. Успевал продать, но странно, не выпуск техники. Что ж, 1-0 в пользу Скорпа. Агрессия победила более сейфный вариант с спеллом. Ну, здесь спелл сам проворонил. А, не выпускал технику. В нужный момент была всего лишь одна готла против двух драконов. Естественно, умело действовать двумя драконами. Готло оставило в дураках. Танк Миру. Ну что ж. Танк Миру. Танк Миру, предполагаешь, эликсов будет очень мало, зато очень будет много танков. Ну что ж. Танковые миры очень неплохие. Одни из самых красивых миров в игре. Может, потому что основаны на спаме танков. Что, смотрим. Танк Миру не такие долгие. Кагла Миро, потому что экономика вторичная у танка очень дорогая. Но карта самая бедная в General Zero Hour. Интересно, будет, что выйдет у самых дорогих вторичных экономик на самой бедной карте. Ну, все зависит от подходов. Напомню, что Скорп проповедует более агрессивный стиль, Аспел более сейфный стиль, однако он не брезгует. В случае чего хорошо контратаковать. СПЛ предпочитает больше нюк. Ну, он вообще чиновец, но он больше нюк. Скорб же больше в чина, но играет весьма неплохо всеми чинами. Ну, также неплохо он может сыграть и Юса, и Игла. СПЛ тоже, но основная его армия — это нюк. Смотрим. Первый завод. Скорб достраивает. И достраивает завод СПЛ, два завода. Завод второй закладывает Скорп, значит, у СПЛ на один завод раньше. То что посмотрим, преимущество 10-секундное, как что она решит. Так, по supply трекам, как они добывают? Здесь очень неудобно, ресурсы замедлятся процентов от так на 40, а даже может и на 50. Здесь, ну, более не менее, у СПЛ приток ресурса будет лучше. Ну что ж, еще плюс копилку СПЛ. Смотрим, как это все будет реализовываться на практике. Напомню, что сейчас Скорп будет проигрывать немножко в финансах. Но палка в обоюдных концах. СПЛ быстрее выкопает свои ресурсы. Если к этому времени будет статус КВО, Скорп выиграет. Скорп оригинальничает. Кстати, сбросил завод и построил оладки. Как бы он не проиграл с этим. Так, ну, готло он не догонит, но готла здесь ликвидирует. Не стал связываться.
Да. Это оригинальное решение. У СПЛ пойти аж. Ну что ж, котла тут пойдет. Так, здесь. Никуда не денется. Все, уже отступать поздно. Сейчас если надо только за здание спрятаться. Да, спасет. Сори. Лечится сейчас. Вот такой вот сейф, наиболее вариант с одним заводом позволил сразу создать. Здесь почему? Здесь на самом очень стратежно. Сейчас объясню почему. Вот эти здания, которые здесь, они прикрывают все выходы. Это не глаз со своей техничкой. Юниты помедленнее будут подвергаться огню. Да их заметят. В частности, можно позволить, удерживая север, играть в сейфный юг. Но все упиралось в то, пошлет ли Драгон этой дорогой СПЛ. Как видим, он не послал. Послал Готлу. Котла много натворить не успеет. Странно, что уводит свои танки. Отключает суплай. Сейчас очень может быть так, что СПЛ просто разведет. Хотя здесь уже должна быть СМ-ка выходить. И Лотос. Дядя Лотос. Уже захватывает вышку. Не стал контролить почему-то. Аналогично дядя Лотос пойдет захватывать вышку и у СПЛ. Пока статус-кво. Здесь собирается. Да, если кулак соберет, будет очень много решать, кто выиграет в этом кулаке. Так, смотрим, куда дядя Лотос побежал. Пока бежит оврагами. Дядя Лотос с СПЛ бежит оврагами к своей цели, вышки по деньгам. 1000, нет, $300 скор, тратят деньги. СПЛ более сейфно. Завод сейчас пойдет жертвой Лотоса. Дядя Лотос бежит, видимо, может, хочет подкрепиться деньгами. Сейчас деньги больше даже решают, чем... Мы видим это. Мы пробьем их броню. Однако здесь готлов немало. Сколько интересного крадет? 1000. Да, они, скорее всего. Да, сейчас убью. Ну что ж, 1000 плюс вышку. Маловато, здесь только танки. Да и зря, надо было идти сюда. Выиграю спорт здесь. Аналогично дядя Лотос и здесь. Ну что ж, Лик все-таки появился. Пока статус-кво. Но вышка будет уничтожена. И это очень много значит. Кстати, это единственный завод. И сейчас будет захвачен. Да. Возвращает. Не успеет. Лишается суплая. Мы захватили их здание. Ну, что ж. Погонял. Сейчас... И сейчас будет заторможен. Очень сильно. Ликс, потому что он не имеет права уйти с базы. Еще второй завод, и первым юнитом, скорее всего, будет аутпост. Дяде Лотос нужно очень далеко уходить.
Китайская танковая дивизия. Ну что ж. Не успеет, не успеет. Не, не успеет. Успеет. Ну, перезарядка сделала свое дело. Ох, сейчас. Вернет сторица, вернет сторица. Отгонит, отгонит. Догонять нет смысла, он сзади сильно хорошо стреляет. Но сейчас, ох, сейчас сколько повышений набрали игроки. Сейчас уже нужно строить СПЛю. Так, народ остался без вышек. Вышки им не нужны. Тем временем еще попажа одного суплая. Сейчас скорпу немножко замедлит это все в финансовом плане. СПЛ тратит денежки. Пошел лечиться. Сейчас там сидят такие парни с тремя лычками. Немножко надо отойти. Лик все-таки нужен будет. Да, недолеченные. Ох, сейчас если повышение там есть. Можно будет сыграть игру со скорпом. Нет, СПЛ, подожди. Не надо, не надо тебе. Надо что? О, сейчас скорп делает ошибку. Нет, убирает. Да. И сейчас ошибка воспользуется. Успевает, успевает. Остаются без ликсов, товарищи. Танки мочат даже танк-хантеров. Сейчас все в руках СПЛ-а. Ликсы были уничтожены. Пехота тоже. Да, завод сейчас ляжет за секунду. Бах, бах, 4 секунды. Перезарядка. Скорво тоже есть перезарядка. Ну, второй завод ГГ. Будет, будет ГГ. Семка не позволит. Да, надо уходить подальше, а то... Да, идет повышение. СПЛ. Носи завод. Минировать надо скорпу этот суплай. Лик, скорее всего, будет. Или не будет, судя. Да. Не будет ликса. ГГ. Отлично! Повезло! Последняя готла на последнем издыхании убила ликс. Чуть-чуть не хватило. Остался бы ликс. Отбили бы эту группу. Очень много решили танковые ликсы. Очень много. Наверное, полезно все-таки второй ликс сделать с лечилкой. Мало ли что. Ну или ставить лечилку, чтобы они постоянно под ней были. Варианты есть. Дешевле, конечно, землю. Ценные танки свои более лучше стреляют. На своей базе и земля помогает. Ну что ж. 1-1. Решающий батл. Ну, я так думаю, что решающий. Пройдет на удивительной карте. На карте, где СПЛ был когда-то. Делал читерскую пушечку. Карта СПЛ-я. Он знает, как тут... Ну что ж, какой сыграет, интересно. Здесь очень неудобно играть
чиновцами. Очень местность паршивая в центре. Ждем решения, какой Миро играет. Верно, а в пушки на бункерах и везде. Так, чинонюк, чинотанк. Нюк Миро. Знаете, у Спеля здесь шансов больше. Ну, скажем, нюк — это его профиль. Больше, чем профиль Скорпа. Просит карту другую. А, Скорп вряд ли согласится. По реалу. Ну да, Спель наигран как бы на картах, типа Турнальный Дезерт. Или прочее, где все-таки два суплая позволяют реализовать тактику, а не идти какую-нибудь алыновскую тактику или с одним суплаем бороться за второй. Ну, как бы любит более сейфный вариант. А Скорпу подавай любую карту. И сейчас он опять ему предлагает довольно-таки веселую карту, одну из любимых. ДФС. Низины Лейпцига. Сейчас СПЛ, наверное, тоже будет против. Тоже веселая карта. Да, согласен, СПЛ очень веселая карта. Скажем. Тут уже, конечно, не забашит. Конечно, не забашит. Ну да, СПЛ, ты тут мой. Ну что, ждем, ждем, когда же они начнут? Так, СПЛ уже был согласен на Лейпциг. Но почему-то, блин, его согласие не выражалось. Там же весело. Ну, Лейпциг, кстати, для чиновцев, ну, скажем, поинтереснее карта, чем эта. Скажем, вариантов это Амнигла. Ну что ж, флешка! Флеш-флайер! Вытянутая карта. Очень довольно-таки специфичная. Под специфичные страты, под специфичный раз. Скажем, юсы здесь Айр. Глочная довольно-таки карта. Здесь у Токса и Стелс очень сложно выиграть. Чинов здесь практически делать нечего. Ну, здесь чинов миром. Смотрим. Нижним спотом играет Скорп. Розовый. Зеленый. СПЛ. Верхний спот. На самом деле, немножко здесь я бы не сказал, что симметрия в пользу верхнего слота. Вот, скажем, нижний слот будет добираться чуть-чуть дальше до своей сопалки, чем верхний. Но зато нижний будет ближе к своей. Ну, в общем, вот я для кого паритет. Я, скажем, для вчины больше паритет, кому ближе к центру. Так, правильно, выдвинутый завод, выдвинутый завод. Сейчас посмотрим, как эти два завода будут сражаться. Ну что ж, барак. Все верно. Верно, СПЛ. Не изменяя своей тактики. Скорп медлит. Барак. Но не заказывает. Я бы уже сказал, что преимущество стороны СПЛ. Могу даже поставить на то, что он выиграет этот бой. Опять же, вот эта разведка боем тратит дозер, непонятно на что. Он вел бы уже своим БМ. Как БМ его получает преимущество первого залпа. Так, сейчас подоспеет Ликс. И будет это все печально. Свой строит Ликс. Кстати, сигналом. Скорп продолжает спамить батлмейстера.
Все, готов Ликс. Никто не стремится в центр, где, ну понятно, что проигрышная ситуация. Вот он Гаттл. Здесь Гаттл даже не ночевал. Продает. Продает завод. А это что значит? Два Ликса будет? Кстати, вот эти вот два БМа, которые сейчас... Ага, последний дозе. Но в случае, кстати, лучше бы сначала БМ убил. Очень сейчас... Смотри, аккуратней, не над ним. Очень опасно над ним, разрыв может убить. Так, ну что ж. СПЛ выигрывает, но сейчас будет дефолт по зданиям, СПЛ не выпускает танкхантеров. Нет, выпускает. И все. Скорб забывает, что бункер внизу. Стреляет на 33% дальше. А Скорб этого не знал. Что-то здесь жирково. Ну, конечно, танкхант тоже помешал, но... запомните, Ликс внизу представляет собой бункер. Имеет бонус... радиуса стрельбы на 33%. В воздухе он, кстати, не имеет почему-то вздыха этого бонуса. Но на земле имеет. К тому же... Там два прокачанных. Там Хантера, который на 20% лучше стреляет. Что тоже дает преимущество. Ну и первый залп, конечно. Понятно. 2-1. СПЛ. На, блин. Да сколько? Если ничья. Блин. Никто мне об этом не сообщил. Так, наверное, смотрят. Ну что ж, извините, никто не сообщил. Ну что ж, как плохо. Ну что ж, одна игра вылетела. В целом... Nuke Miro. Карта Frontline. Граница. Ну что ж, на границе два нюка. И как эту границу будут оборонять, сейчас увидим. Пока суть до дела, пока общее развитие. Напомню, карта Frontline. Это вытянутая местность. По размерам где-то напоминает ТД. Тоже две вышки, supply 2 по центру, дополнительный supply у каждого это 4, не, 5, 5 кучек в городах, плюс одна вышка. Карта очень удобная для токса, очень многие на квике любят играть. В городах очень удобно закрепиться, плюс еще и поживиться, ну и нападать со всех сторон. Очень сложно здесь этот забор, ни к селу, ни к городу. Камеры не любят его, обижают, технички тоже.
Смотрим, Скорпис является в атаку, выдвинутый заводом. Сейчас я бы на его месте вот так вот поехал. Здесь ничего не помешает сжечь. Ну, посмотрим. Смотрим, СПЛ опять какую-то, наверное, фигню залепит, типа аэродрома. Где-то там в глубине. Выдвинутый завод состоялся. Чё, все зависит, как пойдут БМ. Так, второй суплай. Угу, пропаганда. Удивительно. БМ на фланг, здесь БМ. Очень уязвим от дозера. Ну что интересно, сейчас СПЛ избрал такую тактику, что в принципе может пойти в овер. Угу, барак нигде не видно. Сколько денег? 2900. Не дадут ему достроить палатки. Не тратить деньги. И не заказывает овер. Эх, СПЛ-шка, сейчас тебе влетит. Не, достроить палатки, потому что заминировать надо. Еще не подпалить реактор. Уже его восстановить нечем. Скор, пали реактор! Восстановить уже нечем. Нет, сплай. Конечно же, сплай, сплай. Сплай — это ж наша сила. Тем временем ликс. Я на месте, берусь за работу. Надо сюда. У меня много патронов. Так, делает гатлун. Надо это все только... Они обезврежены. Эх, сейчас все это закончится плачевно для СПЛ. Они обезврежены. Мы захватили их здание. И занятие здания приведет к тому, что сейчас за... Да, они контролят. Или, может быть, не хотят занимать. Отдавал бы уже. У меня много патронов. Странно, может эликсом уничтожать, но не хочет. Почему бы эликсом не уничтожить это здание? Лотос, вы готовы? Вместо того, чтобы бежать, помогать своим, что там медлят. Что, СПЛ? Били готлу? Нет, метла ушла. Странное решение Скорпа. Странное, весьма странное. Почему же не атаковать эти два БМ? Сейчас лишишься. Все, здесь чуть-чуть не хватило. Опять же, будь он, ну, будь Гаттл под овером, он бы убил бы. Ну вот, только сейчас сообразил, но реактор будет потерян. Ну, заодно убьют Гаттлу и оставят без воздушного прикрытия. Плохо, очень плохо, СПЛ. Тактика очень неплохая, но дядя Лотос убежал наконец-то. Давай подберем немного груза. Да, кстати, сейчас починиться не даст. Мы захватили их здание. Ох, сейчас только бы... У меня много патронов. Все верно делает. Все. Давай подберем немного. Молодец, СПЛ. Дожался. Вы разбиты. О, свой батл он должен был выиграть.
Да. Ждал я. Понятно. Меня немножко надурили. Ждал я, ждал сыграть, но никто со мной не сыграл, так всегда. Ну хорошо, спасибо всем за просмотр. Спасибо Скорпу за турнир, спасибо СПЛ за суперкубок. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока.